Здорово! Сегодня у нас четвертый день и очень классный фокус. Итак, мы берем, тасуем колоду, и что теперь мы делаем? Мы просим зрителя, чтобы он сказал в любом месте стоп. Ну вот, например, давайте здесь вот стоп, вы запоминаете карту, я ее не знаю, и теперь мы складываем все в центр. Подснимаем раз, два и три. Что самое главное, здесь карта не контролируется, то есть вверху ее нет, внизу тоже ее нет. Что мы делаем дальше? Я думаю, что ваша карта в верхней половине, а именно в верхних пяти картах. Раз, два, три, четыре, пять. Пять карт. Я сейчас буду их медленно пролистывать. Если вы увидите свою карту, мне ничего не говорите. Вот поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Пять карт. Это мы пока отложим в сторону. У нас есть наши пять карт. То есть раз, два, три, четыре и пять. И что мы делаем? Сейчас мы будем находить из этих пяти карт вашу. Это как будет происходить? Мы берем одну карту и вот таким вот образом втираем в стол. Это не ваша карта. Берем следующую карту. Так, это тоже не ваша карта. Берем следующую карту. И ее здесь нет. И у меня остается 1, 2, 3, 4. 4 карты. Хорошо, ну а где же ваша карта? А на самом деле ваша карта уже вот здесь вот. Вот такой вот классный эффектный фокус. Всем спасибо за внимание. И скоро в описании появится обучение этому фокусу.